18-летний Оуэн Фостер из Шотландии – успешный бизнесмен. Он делает варенье по рецепту своей бабушки. Карьера тинейджера началась 4 года назад. Бабушка приготовила 50 банок джема, а расторопный Оуэн продал их все за неделю. Сейчас парень делает варенье сам, по той же технологии, как и его мудрый учитель. Оуэн продает 1000 банок джема в год кафе и ресторанам. Оказывается, толстеть в гостях у бабушки можно с пользой.